Всем здравствуйте! Сегодня я буду заниматься починкой стола. Приобрели вот такой стол полгода тому назад. Функциональность очень хорошая, то есть он раскладывается, миниатюрный, все нормально. Но вот изготовление конструкции крепления очень ненадежно. Эти шатки. Чтобы не травмироваться, я его перевернул. Посмотрим, как он тут крепится. Представьте себе ваше настроение, если бы этот стол был накрыт. Смотрим крепление ножек. Вот это ножки, они закреплены шурупами. Это называется современная сборка. Вот я один выкрутил шуруп, и получается, видите, вот это тело одно, и второе тело. То есть они входят буквально миллиметров 6. Что он там может держать? До продажи он нормальный. Вот, а когда продали, на нем немножко процеплен. Может быть, мышей кулаком стукнул где-то. И он развалится буквально сразу. Как мы это дело сейчас закрепим? Для нормального крепления нам понадобится вот такие вот болты. Шайба, гайка, сверло. Ключ, ну и дрель, конечно, у каждого хозяина, я думаю, найдется. Приезжаем сверло. Сверлим отверстие на одной стороне, ставим болт вверху, на другой стороне ставим болт внизу. И там то же самое, и на всех так же самое. Ставим болт, ну у меня специальный болт, можно простые болты, но это более элегантный будет. Видите, шляпка круглая такая, а здесь, когда он полностью входит, здесь имеет вот такой четырехгранник. Он как бы стопорится там, и тогда гайку можно закручивать. Вот и поехали. Вот. Забиваем до конца. Ставим шайбу. Ставим гаечку. И закручиваем ее ключиком. Подтягиваем. Подстучим немножко с этой стороны. Подтянем немножко. Поставили пока один болт. Очень крепко держится. Но так как у меня ножка составная, вы видите, с двух сторон состоит. Вот я поставлю еще один болт внизу. Если бы она была цельная, то в принципе вполне достаточно. Маленький нюанс такой получился неудачный. Видите, этот болт я поставил близко к углу. То есть крепление его не так надежно, если бы он стоял дальше максимум от этого угла. Вот и век, живи век, учись, и другом помрешь. Вот, но на этой стороне я, значит, сделаю уже этот нюанс, я увидел. Внизу, вот здесь, на самом дальнем расстоянии от угла. Вот, отступаем максимум от угла, чтобы здесь вышло, не мешало гайки. Сверлим отверстие. Вставляем туда такой же болт-шляп. Ставим шайбу и гайку. Закручиваем. Болты я перед монтажом прогнал, все крутятся нехорошо от руки. То есть с той стороны я придерживаю немножко рукой, как говорится, пока. Закрутили полностью, затянули, проверяем. Чудесно, видите, вообще ножка не шевелится. То есть два болта на эту конструкцию вполне достаточно. Подтягиваем. Подтягиваем. Вот и порядок. Конструкция получилась ножек очень крепкая. Вот, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего. Буду показывать вот такие домашние затейливые видики.